Рекорд России, юниорский рекорд России в беге на 400 метров принадлежит Ольге Зайцевой. 50,15 он составляет. Вот Олеся Солдатова, уверенно занимает бровку. Первая выходит после 200 метров. 26-27. 200 метров у Олеси Солдатовой. Сохраняет она свое лидерство в этом забеге. Смотрим на 55-53 у Олеси Солдатовой. Ну, почти такой же результат, как и был у нее на своем старте. 55-52 уточненное время. И ждем заключительный забег.